Всем доброго трямса, друзья, и добро пожаловать на канал Андрея Грини. Мы снова играем в Project Zomboid. Я снова обрел смысл жизни. В этой серии мы с вами будем делать свалку, а дальше мы будем двигаться к доменной печи, но для этого нам надо будет прокачать еще охоту. Охота на данный момент у нас, как-то она маловато пока еще на самом деле, 72,25. Вроде там можно делать еще ловушки и ящики, но давайте сначала мы начнем со свалочки. Почему я, собственно, хочу сделать свалку? Ну, посмотрите вот на это. Я тут уже фактически живу на свалке, у меня тут все завалено коробками, я уже не знаю, куда это все девать. Поэтому надо, наверное, нам сделать свалку, но сначала мы сделаем маленькую, потому что на среднюю и большую там надо очень-очень много всяких ресурсов. Это просто там просто застрелиться. Поэтому давайте сделаем, вот, создать маленькую свалку. Для этого нам понадобится лопата, гвозди и три доски. Лопата у нас есть вроде бы на втором этаже. Давайте-ка мы ее сейчас возьмем. Так, тут у нас полумертвые грядки. Да, ну ладно, это до следующего года нас уже не интересует, потому что у нас уже сейчас, как видите, 18 октября. Скоро будут совсем у нас холода наступят. Кто-то мне писал, хочу посмотреть, как ты будешь играть зимой. Скоро посмотришь, не волнуйся, скоро посмотришь. Главное выжить вообще нам зимой. Хотя теплую одежду я уже надыбал, надеюсь, что нам это поможет. Да, еще я надыбал тут кучу всяких растений для того, чтобы заниматься травничеством. Но пока как-то руки у меня до этого не доходили. Что дальше, значит? Нам нужно три доски и три гвоздя. Ну, давайте начнем с досочек. 73 штучки у нас с вами тут имеется. Переносим сначала досочки. И теперь нам нужны еще гвозди. Гвозди у нас до дури. Я притащил с собой... А, кстати, не, я не притащил с собой еще 11 долбанных ящиков, коробок с гвоздями. У меня лежат в том вот домике, в котором мы были в прошлой серии. Их я притащу чуть-чуть попозже, наверное. Так, создать маленькую свалку. Создаем. Давайте немножко ускоримся. Вот так вот будет побыстрее. И нам надо наполнить маленькую свалку. Значит, подождите. Это создать. А где наполнить? Наполнить маленькую свалку. Нам нужны маленький мешок с мусором. И надо будет еще проапгрейдить потом эту свалочку. Но проапгрейдить надо еще мне 4 рабицы и стальной стержень. Это вообще задница полная. Так, где у нас тут? Вот есть маленький мешочек с мусором. Я думаю, да. Создать штучку можем наполнить. И сейчас будем смотреть, что там по ловушкам, что там по охоте и что я могу с первым уровнем этой самой охоты сделать. Хотелось бы, конечно, каких-нибудь кроликов или еще кого-то. Напомните мне, пожалуйста, я пытался уже найти ваши комментарии по поводу того, как же, собственно, надыбать кроликов на ферме. И что-то как-то я потерялся, забыл. Не нашел я этого комментария, к сожалению. То есть все хорошо ко времени. Ни хренашеньки себе, маленькая... Подождите, а большая свалка меня там вообще, это, мухи не сожрут, нет? Нет, давайте-ка мы это где-нибудь за пределами, как мне кажется, сделаем, потому что что-то внутри... Я и так живу на свалке, понятно, но, блин, ну не до такой же степени. Давайте ее вот здесь вот выбросим. Что мы тут можем сделать? А, ни черта мы не можем сделать. О, подождите, секундочку. Искать мусор. Значит, что для этого нужно? Нужна маленькая полная свалка. Есть такое. Маленький мешок с мусором. Есть такое. Так, подождите. Ну, маленькая свалка-то есть полная? Почему пишут, что нету? Рабочие рукавицы есть. Странно и подозрительно. Маленькая полная свалка написана. Хорошо, давайте возьмем маленький мешок с мусором и посмотрим, можно ли что-то там найти интересное. Даже два возьмем, я не буду жадничать. Ну-ка, пойдем посмотрим. Как у нас оно? Ядрицкая сила, вот. Искать мусор. Две штуки. Мусорный пакет нашли, отлично. Два мусорных пакета нашли. Пам-парам-пам-пам. А они у нас с чем-то или нет? Ну, по ходу дела, ни с чем они. Тупо, я не понял, что я сделал и зачем я это сделал, но что-то я такое сотворил. Ладно, окей, давайте разложим сейчас вещички, которые у меня сейчас с собой есть. Хотя... О, зажим для бумаги. Это я зажим для бумаги там нашел, что ли? Цветные провода, еще какое-то говно. Ясно. В общем, ничего особо полезного. Лопату давайте положим сюда. Вот эти два ящика я сделал для чего? Это для крафта. Сюда я буду складывать вещи, которые нужны будут для крафта. Я думал, что Iron Rod нужен, а нужны, оказывается, стальные стержни. Это которые почему-то металлическая удочка называется. Вот такая жесть. И для сталюги, соответственно, нам нужна доменная печь. Так что, как говорится, идите лесом, сударь. Обломайся бабкам и на корабле. Давайте сюда вот этот зажим для бумаги положим. Что-то как-то не очень хороший выхлоп, по-моему, на мой взгляд. И, как видите, я весь тут опаленный, потому что, ну как, правое бедро у меня там шрам какой-то. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там вообще происходит-то, как дела.
зашито. А вот надо ли вообще повязку-то сверху накладывать? Или можно и так бегать? Я даже не знаю. Скажите, потому что экспериментировать не хочу на здоровье. Мы уже начинали достаточно сначала. Не хочу повторять еще раз. Так, можно съесть, давайте, половинку грозди ягодок съедим. И посмотрим, что там у нас по охоте. Я охочусь на голубей. Бедняга, извини, прости, но так получилось. Вот, голубей, в принципе, мы насобирали уже очень-очень много. Так, бомб-трап, господи, чего тут только нету. Охота 2, так, где что-нибудь я могу вообще сделать, алло? Сделать деревянную клетку-ловушку. А что с ней надо будет делать? Ну, окей, давайте возьмем гвоздей. Так, господи, закройся, пожалуйста. Ну, не все же. Я сказал побольше, но это не значит, что... Хотя тут всего 32 штуки, давайте их все заберем. И пойдем к нашим досочкам, попробуем сделать эти самые ловушки, ящики. Не знаю, что из этого выйдет. Можем мы их сделать много. Давайте, кстати, сразу посмотрим еще, что мы можем. Такая ловушка у нас уже есть. Силки. Вот, кстати, силок. Что с ним делать-то надо вообще? Теоретически мы его уже можем сделать. Сделать ящичную ловушку. Ну, сюда... А, это не могу сделать. А вот это могу, кстати. Силок я могу сделать вполне. Давайте посмотрим. Шнур заодно возьмем. Сейчас поставим разные ловушки и будем экспериментировать. Как и что. Шнурок. Ждудок. Возьмем ждудочек. И скрафтим, давайте, и таких, и таких. Мы можем сделать несколько силков. Давайте 3 штуки сделаем. Правда, у нас всего 2 шнура. Видимо, из-за этого всего 3 штуки и получится. Ускоряемся, чтобы... Так. Не видно нифига. Ускорялку не видно. Отлично, значит, с этим разобрались. И 6 мы можем таких ловушек сделать. Ну, давайте все сделаем, посмотрим, что из этого получится. Поймается туда кто-нибудь или нет. Потому что нам нужна кожа. Чтобы дальше продолжить наши крафты, нам нужна кожа, чтобы сделать меха кузнечные и, соответственно, сделать доменную печь и выплавить сталюгу. Без этого мы ни черта с вами сделать не сможем, к сожалению. Окей, все, это мы понаставили. Теперь пойдем... Кстати, одну секундочку, надо заодно еще те ловушечки перезарядить. Червячков у нас тут целых 60 штук, нормалды, более чем. Поэтому те ловушки мы тоже с вами можем все перезарядить без проблем. Ой-ой-ой-ой, кто-то к нам там опять долбится. Кто там нас хочет? Иди сюда, родная. Иди сюда, получи по зубам, отвались нафиг. Я сказал, отвались нафиг. Все, закрыто. Эту дуру, кстати, надо будет тоже на уголь переработать. Давайте для начала заправим здесь все ловушки, добавить приманку везде. Вот этих вот червячков мы сейчас везде посадим. Обычно, когда я сюда прихожу, когда у меня тут все заряжено, просто я тут уже не располагал с собой червями, и поэтому я собрал отсюда урожай в виде двух голубей и двух каких-то птичек, вот, но не перезарядил ее сразу. Кстати, смотрите, у нас уже тут все вянет, буквально осень. Я думаю, что скоро наступит вообще полный холод и дубачина, и я даже не знаю, что я буду делать. Будем надеяться, что одежды нам хватит, иначе все будет печально. Кстати, так, установить ловушку, установить силок. Ну, давайте здесь силки поставим. Я, правда, не знаю, как они здесь появятся во дворе. Так, а с ней надо что-нибудь делать вообще? Добавить приманку. Что-то мне подсказывает, что сюда червячки-то не покатят. Надо будет проверить. Ну, давайте червячка посадим, посмотрим, что будет. Но, по-моему, на селок нужна там морковка или какая-то такая хрень. Интересно, где я им зимой возьму морковку? Кролики охренели, по-моему, в конец. Так, добавить приманку. Червь, гроздь ягод. Меня жаба душит добавлять. По-моему, они оборзели. Куда? Блин, гроздь ягод я сам пожру с удовольствием. И вот с этой стороны давайте добавим другие уже ловушки. Вот эти ящички поставим. По-моему, вот их не надо ничем снаряжать, хотя надо посмотреть. Так, добавить приманку. Ага, идите лесом, как говорится. Тоже везде червячки или еще какая-то хрень нужна. То есть не получится. Но зато эти ловушки явно удобнее проверять, потому что они как-то вот в ряд так могут располагаться, а те ловушечки только вот так вот в горизонтальный ряд. Неудобно. Ну, посмотрим. С червяком... Мне кажется, с червяком нифига не будет. Мне кажется, там нужна совершенно другая приманка. Поэтому надо будет... Это тоже прочитать, посмотреть, полазить по каким-то форумам, не по форумам, а по вики, и посмотреть, что же там надо зарядить. Хотя я думаю, что вы мне быстрее подскажете, что там надо зарядить. С другой стороны, кто-то мне писал, что ящики-ловушки вообще не требуют приманки, а вот фиг. Оказывается, требуют они приманочку-то. А здесь все нормалды. Ну что, давайте устроим небольшую вакханалию, что ли. Сейчас пойдем выспимся немного, а то я очень сонный. И устроим, пойдем вакханалию.
Я хочу зарабиться и сходить на склад. Но почему бы не совместить приятное с полезным? What the fuck, а? Блин, грязный бинт. Убрать бинт? Кстати, я не понял, вот это вот загрязнение, скажем, бинта, это по ходу дела, как мне кажется, влияет только на то, насколько я привлекаю зомбей. То есть, если я перевязываться не буду, как я понимаю, кони я не двину от этого. Но, опять-таки, что-то не хочется на себе это испытывать, поэтому можете мне тоже подсказать по этому поводу. Пам-парам-пам-пам. Ну-ка, подождите, а где обезболивающее? Давайте примем таблеточку и снотворного еще бахнем тоже. А то я уже офигенно сонный, а спать не могу из-за того, что все болит. Так, обезболивающее сюда, снотворное сюда и все, и на боковую. Спокойной ночи, ребят. Блин, что я вообще делал во сне, что у меня все бинты грязные? Походу, дело ворочался очень сильно. Ну, ладно. На самом деле это неплохо, потому что мы прокачаем себе навык первой помощи. Согласитесь, тоже иногда полезно. И, собственно, что нам нужно для вакханалии? Для вакханалии нам нужен дробовик. Правда, конечно, это нам не позволит взять много груза, потому что, ну, вы сами понимаете, все это весит довольно-таки много. Коробочку патронов, я думаю, нам одной будет достаточно. Хотя, может, и недостаточно. Вот тут у нас есть еще один патрон для дробовика. 25 штук. Не, нам будет достаточно, как мне кажется. Давай, перезаряжайся и пойдем прогуляемся на складчанский. Посох, если что, у меня вроде с собой имеется. Да, имеется. Давайте только гвозди выложим. Это нам не нужно. Вообще надо посмотреть, что у нас тут лишнего есть. Да, в общем-то, ничего лишнего-то и нету. Все полезное. Журнал с порнухой. Ну как без журнала с порнухой можно ходить и устраивать вакханалию, сами посудите. Огниво можно выкинуть вот сюда. Кстати, огниво очень даже неплохая вещь, но значительно меньше расходуется, чем та же зажигалка. Ну что, понеслась. Да, пойдем прогуляемся на складчанский. Хотя надо вообще-то заглянуть и на другие склады. Я не уверен, что на этом вообще есть то, что нам нужно. Спокойной ночи, сучка! Слушайте, а действительно значительно более действенный способ, на мой взгляд. Правда, немножко привлекает внимание, совсем подэцело. Но с другой стороны, смотрите, как... Эй! Сдохни, тварь! Да, куда ты целился? Мозги просто вынос мозга, в прямом смысле слова. И смотрите, к нам тут толпа друзей идет. Правда, они куда-то мимо идут, они считают, что там весь сыр-бор. За мной, ребята, за мной, ребятишки. Мы идем развлекаться. Я собираю большую тусовку у Децела дома. А, правда, что-то я забываю проверять, что ж там по трупам. И у нас опять грязный бинт. Я сейчас буду привлекать вообще внимание всех, да? Спокойной ночи, уроды. Кто там хотел вакханалию? Вот, получите, распишитесь. Главное только прямо перед складом это не устраивать, потому что я боюсь, что тогда до нас там точно докопаются, и вряд ли я смогу там чем-то спокойно позаниматься. Надо оторваться от козлов. Давайте тогда сейчас быстренько перебинтуемся. Ить, а где все-то вообще? Где все? Слушайте, вы что, все пошли ко мне домой, как я понимаю, да? Это плохая идея на самом деле. Так, давайте очистим бинтик. Все, побежали дальше. Чем там по патронам-то израсходовали? Что-то патронов-то мало осталось. В вакханалии не получилось, надо было брать все патроны. С другой стороны... Да, блин, косой придурок. На тебе. Помадка. Помадка нет, помадка нас не интересует. Дедушка. Вау, слушайте, это даблкил. Это даблкил. Слушайте, хорошо дробь пошла. А еще даблкил. Получится, нет? Не, не получится. Надо их, чтобы они более... Ребята, кучнее вставайте, кучнее. Нормалды, сколько у нас там? 6 коробок патронов можно устроить реально в вакханалию. Но для этого надо собрать... Так, ребята, собираемся более кучно. Более кучно. Идем на рекорд, мать вашу. Давайте. Собираемся толпой, не стесняемся. О, минус 2. Еще минус 2. И еще минус 2. Нет, не минус 2. Там кто-то там встал. О, а подожди, почему там умер? Нифига себе, это рикошет, что ли, от головы? Ай, кажется, патроны кончились. В смысле? 4 еще осталось, ладно, окей. Сколько мы там настреляли-то уже? 1276 зомбей у нас имеется. В общем, нормальный расклад. Сейчас последний патрон достреляем, и надо отвязываться уже от этих козапасов. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. О, вот это точно даблкил. Ой, это даже триплкил. Там еще третий умер. А вот этого как зацепило вообще? Или он чисто звуковой волной его убрало? Эй! Черт, все, патроны кончились, ребята. Патроны кончились, поэтому давайте-ка в обе руки посох. И дальше пойдем дубасить уже посохом. Кстати, я еще и оголодал. Вот говно.
Ладно, ладненько. Как раз у нас тут уже склады. Надо отставать и переходить на стелс-режим. Надеюсь, что там рабица есть. Если нету, то это жопа. А, кстати, ее, по-моему, нету, потому что откуда я взял 4 куска рабицы? Только с этого склада и принес. Скорее всего, там ни хрена нету. Ни хренашеньки. Нам надо на 1300 выйти. Что там осталось-то? Вроде подэцело. Нет уж, братюня. Это я вас должен убивать, а не вы меня. О, витаминчики. Витаминчики — это полезно. Дядечка, тут мой склад. Это моя корова, и мы ее доим. В смысле, я ее даю. Вещевой мешок, топоры. Топорастом буду. Возьму топорик. Подождите, у меня что, задница голая? Я не понял. Я не понял. Ну ладно, тут стесняться, в общем-то, некого. Зомби, они не понимают темы. Не секут фишку вообще. И в моде не разбираются. Прощаемся, дядечка. Так, что там у нас и как? Давайте посмотрим, есть ли у нас тут рабица где-нибудь вообще. Вот есть 102 гвоздя. Кстати, давайте мы их заберем, эти гвоздички. Вот на этой полочке вообще-то хранится то, что надо... О, ребят, вот, о, поворот, вот, нормально. На обратной дороге можно еще одну вакханалию устроить. Вполне себе неплохо. Помощь для мастеров. Пам-пам-пам. Вот пятая, кстати, нам нужна, потому что ее у меня нету там. Собиратель, твою мать, я что, дебил? Собирательство, том 4, я его ищу-ищу. А он все это время лежит здесь? Так, по-моему, здесь кто-то долбится. Кто-то тупой. Кто-то очень, сука, тупой, потому что рядом дверь открытая, а он долбится в закрытую. Ладно, значит, собирательство четвертое у нас таки есть. Не зря, уже не зря сходили. А вот насчет так под... Да твою ж маму, это же просто праздник какой-то. Так, коробка с болтами. Болты нам тоже нужны, опять-таки, для свалки. Для свалки следующего уровня. Лазерная указка, это все не на... О, твою ж дивизию. Ребята, мы устроим полную вакханалию. Потрошки, я думаю, что можно положить вот эту коробочку, не будем ее распечатывать. Только что-то как-то тяжеловато стало малеху. Даже не малеху, я бы сказал. Ладно, сейчас найдем рабицу, я надеюсь. Рабица. Так, здесь, по-моему, инструмент, здесь вряд ли что-то... Да, тут вряд ли что-то такое будет. Надо искать вот на этих стеллажах металлические листы, консервы, куча, которые тоже надо перетащить на базу. И хрен. В общем-то, хрен. Ни хренашеньки тут и нету. Рабица, блин, твою мать, надо будет идти на какую-то другую, как мне кажется, базу. Кстати, вот с этой вот бочки делается интересная штука. Кто-нибудь ее делал, не делал? Коллектор биогаза. То есть, как я понимаю, можно поставить себе гриль на газу, подключить к нему вот этот вот коллектор биогаза, наверное, как я понимаю, и получить вечный двигатель, да. Там, на самом деле, червяки используются зачем-то. Я не знаю, что они там делают, газ вырабатывают по ходу дела. Бедные такие, носятся там, как белка в колесе, вырабатывают электричество, они там газ вырабатывают. Так, здесь все замуровано. Да, ребят, по ходу дела надо нам открывать новые склады, открывать новые горизонты, а пока давайте тогда жратву, что ли, заберем отсюда. То есть зима близко. Ну, окей, тогда мы забираем часть вот этой консервированной жратвы. Твою ж мать, я перегрузился-то конкретно. 16 килограммов, а чё можно... Блин. А, блиняшеньки. Так, взять в обе руки. 15 килограмм. Чё-то не сильно это помогло, честно говоря. А чё посох-то так долго упаковывается? Ну, давайте ягодки съедим, что ли. Сейчас мы получим тут буст некоторый, но... Блин. Патроны что-то весят так недушно. По 100 грамм каждый. Да вы чё прикалываетесь, что ли? Я чё, снарядами стреляю, что ли? А вы реально издеваетесь. Ладно. Побежали тогда на базу. Придется мне самому... Подождите, а тут ни камни, нет поддоны с... Так. Нам нужен еще один поддон с камнями. Нет тут здесь поддона с камнями, к сожалению. Увы и ах. Ладно, сейчас мы разгрузимся немножко. Вот таким способом. Сейчас мы будем разгружаться. Что-то вы очень целенаправленно идете куда-то сюда, да? Нет уж, ребятушки. Все лесом. Грин идет на рекорд. Зомби-убийство недели. Ну, практически. Мозги на стену. Опаньки, сетка-то не пуля непробиваемая, оказывается. А, она вообще-то с этой стороны шла. Это я, значит, просто тупо косой. Надо расстрелять патроны, а то я опять перегружу. Слушайте, с дробовиком, кстати, до склада идти значительно быстрее, чем с дубиной-то. Дабл килл. Еще один килл. А, это не дабл килл, это... Это, блин, какой-то просто это... Зацепон. Зацепон, а не килл. Блин, как ты долго перезаряжаешься, капец. Надо дробовик барабанного типа приобретать. Он будет более эффективен, как мне кажется. Ну вот этот-то точно дабл килл должен быть. Ох, сказка, ребята, сказка, спасибо, да, вот это я засандалил, вот это хорошо.
Ой, что-то их, по-моему, многовато стало немножко. Давайте-ка мы немножко слиняем отсюда. Такими темпами, если бы они тут не спаунились, я думаю, что я бы успел зачистить весь этот чертов город. И я перетрудил самолеху. Хотя, с другой стороны, уже 11, да, все, я уже не перегруженный. Удивительно вообще, патроны исчезают внутри дробовика, и вес вообще тоже исчезает. Замечательный расклад. Так, кто еще? Ну давай, подходи по одному, подходи. Я сказал по одному, сволочи. Всем лежать, работает гринсназ. Как долго перезаряжается? Хочу штурмовую винтовку. Тут есть штурмовые винтовки? Может и есть, но они мне что-то как-то не достаются вообще, вообще никогда. Так, что-то, а слушайте, а у нас показывают вообще, сколько патронов где там? По ходу дела не показывают. Такая информация для меня, игра считает, что она лишняя. Я не понимаю, вот этот почему? Звуковой волной уложило, что ли? Я стрелял вправо, умер тот, который слева. Гениально вообще. Нормалды, нормалды. Сколько патронов осталось? Один. Ну, в принципе, тоже неплохо. Мы, на самом деле, уже добрались до базы, фактически, так что все замечательно. Вообще-то уже здесь стрелять-то нехорошо бы. Так, что, вышли на рекорд-то? Считаем, что было 1300, поэтому 1317 Да что ж такое, 1318. Я как этот самый, как снайпер времен Великой Отечественной войны. Отсчитываю немцев, которых я насадил на... Да, на дробовик, короче. Окей, значит, что, возвращаемся к нашему посоху. Я думаю, что сейчас он нам больше подходит. В какую дополнительную? Отставить в обе. Блин, и в какую руку ты его взял? Ладно, будем считать, что я его взял в обе руки, все-таки успел. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь. Мне кажется, он взял его тупо в дополнительную руку. И сейчас проверим, если будет укладывать всех вот этих вот козапасов с одного удара. Значит, все нормально. А если не будет, ну... Не знаю, вроде укладывается, но как-то, сука, медленно. Ладно, бежим дальше. Мы уже практически дома. Хотя нет. Слушайте, мне что-то кажется, в ту сторону бежать было как-то быстрее. Или я сам себя обманул. Ладно, давайте в банк заглянем и немножко здесь отдохнем. Как-то, когда я был жирным, я все время так делал. Да кто там? Сука, дай мне отдохнуть, а, гнида. Тетя, да, блин, долбаные менюшки. Тетушка, да в очередь, твари. Откуда вас так много-то? Я тут вообще отдохнуть хотел. Все. Вот теперь придется отдыхать в обществе двух непонятных созданий, которые лежат и тупо воняют на полу. Ой, кто-то, по-моему, кто-то там опять долбится. Ладно, давайте перебинтуемся и будем уже готовы. Ну что, ребят, я думаю, что на этом мы будем с вами заканчивать. Я потихонечку прокачиваю навыки. Я получил третий уровень первой помощи. Ну, видите, какой плюс от ожогов там. Там уже ждут какие-то долбни снаружи. А мы будем потихонечку заканчивать. Я снова понял, что я хочу делать. Мы сейчас будем пытаться прокачивать охоту по-быстрому. Ну, по-быстрому для вас, для меня не очень по-быстрому. Делать доменную печь и собирать дальше свалки. Потому что надо куда-то девать этот долбанный мусор, под которого очень много набирается, когда ты занимаешься шахтерством. Потому что я не знаю, откуда он в шахте добывает большие коробки с мусором. Видимо, там как бы шахту он копает тоже на месте свалки, судя по всему. Но по-другому я это объяснить не могу. Но у меня уже весь дом завален этим говном. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите ко мне в группу ВКонтакте, на стримы, в том числе по другим играм. Ну а с вами был Гринни. И традиционно всем пока и отличного настроения.